утверждаю, что с научной точки зрения главное в профессии вора, как и в профессии святого, конечно, это вовремя смыться. Между нами, конечно. Между прочим, птицы небесные не сеют, не жнут. Отец небесный питает их. Проверен. Ах, господа, истинное призвание женщины – это, конечно, любовь. Любовь к жениху. К жениху небесному. Братья мои возлюбленные, не собирайте себе сокровищ земных, но собирайте себе там, на небеси, сокровища нетленные. Благословение святого Эргена да будет с вами. Воистину велика милость Господня, избравшая наш город местом жизни, смерти и воскресения святого Йорга. Thank you.
Приближается ежегодный праздник нашего храма. Сегодня, возлюбленные чада мои, нам подобает вновь вспомнить то неизреченное чудо, свидетелем которого 3 года тому назад был отец казначей, присутствующий здесь, известный своим бескорыстием. И я, скромный служитель Божий, в тот год несметные множество молящихся стекало с тех сторон к Йоргенстату, чтобы приложиться к чудотворному плащу и терновому венку святого Йоргена. Сказано в Евангелии святого Йоргена: неисповедимы пути Божии, и никто не знает, когда Господь призовет его. Oh.
Thank you.
Этот час в веянии Духа Господня незримо носилось над Йоргенстадтом и над бесчисленными толпами молящихся. Yeah.
Как обычно, так и 3 года тому назад праздник святого Йоргена начинался с торжества выбора его невесты. Я очень живо помню, как все мы, смиренные служители Господа, собрались в ризнице, чтобы приготовиться к обряду выбора невесты. Мы благочестиво беседовали, во всем уступая друг другу, и сердца наши были открыты Богу. Yeah.
Я в душе молился святому Йоргену, избравшему дочь мою, непорочную Алеандру, своей небесной подругой. Помню, как отец казначей, известный своим бескорыстием, кротко шепнул мне: Бог вознаграждает достойнейших. Поет мне, поет и поет.
Мои, я приближаюсь к вершине моего правдивого рассказа
и голос мой прерывается от волнения. Настало утро того дня, память о котором навсегда останется в сердцах верующих. Лучезарное светило поднималось над Йоргенстад. Ни на земле, ни на небе ничто не предвещало, что мы стоим на пороге великой тайны. Святой Йорген, услышь моления детей своих. Слышу! 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 Святой Йорген, приди! Пришел! Уже пришел!
дети мои, это был он, сам святой Йорген, и мы сразу узнали его. Узнали вы? Терновый венец на челе. Святой плащ на плечах. Ну да, на плечах. Это сияние святости, исходившее от его лица. От его лица и... Радость и смущение охватили всех присутствующих. Первым опомнился я. Я бросился к ногам воскресшего и сказал верующим: неужели вы не узнали святого Йоргена? Это он! И вот святой Йорген поднял десницу свою и благословил отца казначея. Потом голосом, полным любви, сказал: ты первый узнал меня, да будет мир над тобой. И после того, когда святой Йорген так милостиво благословил отца казначея, все сразу почувствовали веяние Духа Божьего над собой. Чудо! Я видел чудо! 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 Мановением руки святой Йорген подозвал к себе стоящего перед ним несчастного на костылях. Тонкий, как былинка, стройный отрок, на котором, казалось, почила благодать Божья, скромно приблизился к святому. Лучистые глаза отрока сияли верою. И кроткий отрок тихо произнес: верую, Господи, и исповедую. И возвал святой: да свершится воля пославшего меня. Yeah.
События в этот день развивались чудесной быстротой. Посланный святым Йоргеном за его невестой, я вбежал к моей дочери с радостным криком. Гряди, гряди, голубица, твой небесный жених ждет тебя. Щекотно. Колени совершенно здоровы. Поразительно. Но-с, историю своей болезни он нам расскажет сам. Когда я
был еще грудным ребенком, моя дорогая бедная мама уронила меня с третьего этажа. Шестого этажа. Нога в дребезги. Каша. Мамочка плачет. Дворники стонут. Полиция рыдает. История. Вот так вот и проскакал на одной ноге всю мою безгрешную жизнь. Ну, конечно, одно утешение Господь Бог и святая молитва. Как бывало, попадешь в тюремную камеру, как ляжешь на койку. А? Что? Как представитель науки, я утверждаю, что это подлинное чудо. Oh,
правдивый рассказ мой приходит к концу. В тот незабвенный вечер все мы, служители храма, как овцы вокруг пастыря, собрались около святого, чтобы молить его не покидать стадо свое. Святой Йорген благословил нас и сказал: «Слышу голос Господа, призывающего меня к себе. Близится последний час мой на земле. Пусть же и невеста моя пречистая войдет со мною в чертоги Отца Небесного». Воистину неизреченна милость Господня. Отец Казначей, известный своим бескорыстием, и я узрели своими грешными глазами великое чудо Вознесения. Святой Йорген, воздев руки к небу, медленно, как облачко, начал таять. И исчез.
Святой Йорген ушел от нас. Но как знак того, что он посетил нас, как знак того, как обещание, что он еще вернется к нам, он оставил нам. Он оставил новую святыню. Благодать святого Франца да будет с вами, дети мои.